В общем, попал в бул-центр, соответственно, купил клею, чтобы доклеить ступеньки. Вот уже начал я. Раз, два, три ступеньки поклеил, вот ведерко одну кончил, второе открыл, помешал. В общем, вот я так беру кисточкой, наношу. Он такой густой-густой, я так пожирнее прям наношу. Присосался лучше, а то ковер все равно сопротивляется, когда его прикладываешь, он отходит как бы. А вот так вот пожирнее намажешь, он прям присасывается. Кисточку хотел маленькую купить, забыл. Ничего, большой. Просто вот так нашлепываю. А там написано его наносить либо валиком. Валиком тоже так же накатаешь. Ну вот и все, закончил я. Все поклеил. Сейчас вот здесь уголочек порожек присобачу, чтобы не оторвали, а то пока ходим, так оторвать можем. Ну и потом уже в последнюю очередь плинтуса надо будет купить. Чик-чик, где там поприбивать плинтуса. Здесь даже не знаю, буду, не буду, надо, не надо их. Мне кажется, некрасиво будет. Сейчас мои придут, наверное, обои пойдем клеить. То что-то все разбежались куда-то из дома. Не знаю, я один с Ромкой остался. Сейчас придет кто-нибудь, пойдем обои клеить. Потолочек вчера... не показывал. Потолочек же поклеили, я вчера его покрасил. Вот такой вот получился ровненький. Хорош. Вчера красить начал, он чик сморщился. Видать, еще клей не досох. Обойный. Я его начал красить. Но сегодня пришел, смотрю, нормально все. Все морщины ушли, пропали, все гладенько, опять нормально. Так, ну что, жду, кто в первый придет, тот будет мне помогать клеить обои. Вот такая у меня лампа, видите, самодельная. Светит хорошо, кстати, прям очень, очень ярко-ярко в комнате, прям светло сразу становится. Это я с бургера демонтаж делали. Там были фонари большие такие. Ну, я сначала их забрал целиком, там в квартиру завез. Но вести их места-то в машине не хватает. И я, короче, внутренности вот эти достал, корпуса повыкидывал. Теперь у меня вот эти фонари без корпусов остались. Ну, все равно вот так вот они меня спасли. Пока мы ремонт делали, я вешал, светили. Ну, это сейчас вот так, времяночки такие пойдет. Фу, собрался силами, в общем. Пришли. Пришел обои клеить. Сейчас помощники придут. Так, пока под первый листик вот грунтану клеем. Сейчас отмерю, отрежу и... Еще как раз непосредственно перед поклейкой жжжж, нанесу клей и разглаживать. Маша мажет. Маш, давай, Маш. Ой, мне назад заносит. Ой, я чуть выше голову прокину, мне назад тянет меня. Снег новый идет. Моряк. Ты получше, Маш, погуще прям. Не надо, Павлович. О, чуть телефон не уронил. У тебя слишком много сюда клеишь. Ну ты... А слишком мало тоже отвалится все. Две полоски приклеили сейчас. То есть кусок. Давай-давай, макай еще, Маш. Ты мало это будет. Хорошо, нормально я делаю. У тебя как вылезет? Нормально, пускай вылазит. Ну,
не брызгает. Поэтому я вот так тихонечко, аккуратненько. Угу. Угол промазывай хорошо. Сам. Кисточкой надо. Чё, иди, Маша, внизу я тут кисточкой пока буду мазать. Все, поклеили потолок. Чего мы перешли? Перешли на стену. Сейчас пару кусочков приклеим и все. Наверное. А клей закончится, так и закончится. Да, клей закончится. Если как... Новое ведро, то ты уедешь на работу, выведешь на это. Ну да, чтобы не прокис потом. Уж потом разведем. Когда выходной будет, разведем и поклеим свеженьким. Так, на сегодня все. Уже время много, нафиг надоело. Другой день будем теперь клеить. А, вот и надо еще розетку же мне прикрутить на камеру. Камеру включить, чтобы камера работала. Сейчас я прикручу. Так, новый день у нас. Выходной мой настал. Нужно продолжать обои клеить. Сейчас клей разведу свеженького. На улице у нас сегодня дождичек идет. Вот такая грязюка перед двором. Сосед, он на грузовике тут куролесит. Как говорится, месит мне тут. Все равно грузовик есть грузовик. Ой, дождичек такой мелкий идет. Ну пускай хоть... Поливает хоть зимой, летом нет дождей, пускай хоть зимой пройдут. Ну, я сейчас водички принес, сейчас буду разводить клея. В общем, замешиваю я вот венчиком. Взял от миксера просто, от домашнего кухонного, чтобы поверт вставил. И им замешиваю. Но у меня нет такого венчика на перфоратор маленького. У меня есть он большой. Поэтому я этим. Он также все хорошо перемешивает. И все. Ну что, дела потихоньку идут уже, вот эту стенку закончили. Вот здесь поклеили. Так как хотим обоев сэкономить, пока вот здесь вот до конца не стали. Здесь тоже начали сюда. Потом уже будем смотреть, вот какие куски подгонять туда. Уже, чтобы оно бывает, раз прикинешь кусок, там где-то сантиметров 60-70 выкидываешь, чтобы рисунок подогнать. Бывает, вот сюда поклеил на стену лист, туда раз прикладываешь, меньше, короче, выкидываешь, там прям сантиметров 15. Потом сюда, назад возвращаешься и здесь прям мало выкидываешь. Поэтому вот так вот клеим, там. Сейчас пойдем пообедаем. Продолжим. Ну вот мы все доклеили. Всю комнатку. Даже я уже розеточку поставил. Здесь новенькое. Сюда остался выключатель. Еще надо купить. И вот туда еще одну розеточку купить. Здесь я повесил эту. Интернет. Свой, куда оптика приходит. Он все у меня валялся здесь. Настя потихоньку чистит подоконник. Тоже чуть-чуть осталось дочистить ей. Все, здесь у меня камера моя висит подключена. Тоже розеточку все прикрутил. Все, договорился, короче, завтра поеду. Гоняю, куплю батарею. Завтра батарею буду вешать. Надо повесить батарейку.
Ну и потом пол пускай еще сохнет. Сейчас тут влажность вообще повышенная. Ну вот батарею повешу, здесь уже будет топиться. Быстрее все высохнет. И потом будем ламинат купим. Как раз еще денежек заработаю. Купим ламината. Положим ламината. И все, батарея будет. Ламинат положим. Дверь потом вставить. Тоже купить надо. И вставить. Все четенько, все хорошо. Ну а на сегодня все. Идем вниз отдыхать. Тут мы сегодня проколупались весь день с этими обоями. Ну все вот эти вот неудобные углы. Все косое, подрезки вот эти косые. Вот так. Что, я думаю, это уже батарея, пол, все, в следующее видео давайте сегодня. Всем пока. Подписываться не забывайте. Во! Личный парикмахер домашний меня постриг. Теперь я вот такой свеженький. Все, сейчас искупался после обоев. Теперь точно отдыхать пошел. Давайте, всем пока.